Сфера с коксовки. Дым вонючий, но прозрачный, как и изначально. Опция рекомендована поработать минут 10-15 на высоких оборотах. Ставим кирпич на педаль газа, идем смотреть на дым. Описывают в интернете. Дым продолжает основательно валить уже минут 5. Я делал паузу в видео, потому что слишком длинное получится. Так, прошло минут 5-7. С начала запуска мотора дыма уже значительно меньше, но он по-прежнему зловонный. Ну и все равно его много. Прошло 10 минут, дыма уже значительно меньше. Он по-прежнему воняет не так, как раньше.